лето в разгаре, клубника на базаре. Вот такие вот рифмы. Оказывается, эта ягода сочетается не только со сливками, но и с морепродуктами, птицей и сырами. Ее можно готовить с огурцом и зеленым луком, маслом и кедровыми орешками. Говорят, что одно из самых вкусных блюд – это клубника, обжаренная на сливочном масле с черным перцем. Сам, конечно, не пробовал, но звучит, во всяком случае, аппетитно. О других клубничных фактах Галина Исаева. Ягода любви. Так клубнику назвал английский ученый Патрик Холфорд. Он хорошо изучил это растение и доказал, что в ягоде содержится большое количество цинка. А он, в свою очередь, вызывает чувство влюбленности как у женщин, так и у мужчин. Кстати, после публикации в прессе таких исследований продажи клубники выросли на 20%. И это понятно, да разве не красноречиво? К примеру, клубничное фондю или клубника в шампанском. Да даже банальная клубника со сливками или клубника с шоколадом. У нас продажа клубники сейчас в самом разгаре, только причина другая. Сезон. Покупайте, собирайте и ешьте на здоровье, тем более полезности в ней хоть отбавляй. Например, если несколько дней прожить на клубничке и зеленом чае, пару-тройку килограммов, как и не бывало. Причем есть ягоды можно в любом количестве, а в чай добавляйте ложечку меда. Такая диета называется голливудской, так как ее предпочитают многие звезды. Например, Виктория Бекхэм 3 дня в месяц ест только клубнику, и результат налицо. Выглядит мать 4 детей прекрасно, и любовь мужа удерживает уже 10 лет. Популярной диетой может воспользоваться любой. Это так просто. Можете заранее составить меню. Допустим, фруктовый салат или йогурт на завтрак, салат из клубники со спаржей на обед, треска с клубникой на ужин и сыр с клубникой, как маленькая дозволенная шалость. Но люди с фантазией, думаю, составят свое собственное меню. В итоге, после такой вкуснятины, еще и все системы организма работают без сбоев. Иммунная укреплена, сердечно-сосудистая защищена, как никогда. Обмен веществ нормализован. Клубника полезна и для десен. А если болит голова, то и этому горю поможет, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. Однако ее нельзя включать в рацион при повышенном выделении желудочного сока. Во всемогуществе красной ягоды можно удостовериться, если побаловать лицо клубничной кашицей. Для этого надо хорошенько размять ягоды и смешать их с ложкой меда. Такая маска омолодит вашу кожу не хуже дорогих средств. Получается, еще и сэкономите. Ароматный сок клубники тоже идет в дело. Из него получается прекрасный лосьон. Поэтому про пигментные пятна и веснушки можете вообще забыть. Что клубника богата целебными свойствами, это очевидно. Но их так же легко потерять, как и получить. Поэтому здесь актуальны вопросы хранения. Во-первых, нужно помнить, что ягоды нельзя долго хранить в холодильнике. Дело в том, что клубника, которая может быть выращена с участием нитратов, там превратится в водное месиво. А лучше не хранить ее вовсе. Специалисты советуют съедать этот десерт в течение 2 суток. Если же все-таки необходимость в хранении существует, то мыть ягоду рекомендуется перед употреблением. Так что используйте сезон созревания этой ягоды с максимальной пользой, как это делают в одном из итальянских городов. Каждое лето там проходит праздник клубники. Вечером в большую чашу высыпают 1000 килограммов ягод, а потом все заливают шампанским. И прохожие наслаждаются лакомством.